Всем привет, с вами Рома, и в этом видео я вам покажу и расскажу всю историю, как мы с моим замом купили бизнес за 40 миллионов на втором сервере Сантроп РП. Давайте попробуем набрать 200 лайков за 1 час, я вас верю. А если тебе все понравится, не забудь подписаться на мой канал и установить колокольчик. Играю я на втором сервере Сантроп РП, вводи мой ник Роман Виндетта при регистрации и мой промокод хэштег Виндетта. За все это тебе дадут кучу крутых плюшек. Начну с самого начала. Некоторые люди из вас знают, что у меня и моего зама был бизнес 24/7 у автосалона ЛС. Я рассказывал про него в одном из выпусков рубрики «От бомжа до бизнесмена». Также параллельно я копил с него финку, и еще мой зам в семье внес значительный вклад в эти деньги. Он фармил их на рыбалке и на воре деталей. После чего мы решили продать бизнес 24/7 за 11 миллионов вир. Мы отправились в банк, и наш покупатель дал нам 1 кака, потому что системно бизнес можно покупать только за 10 миллионов. После этого мы направились к бизнесу и его продали. Да, это дешево, но покупателя на высокую цену не было, а нам уже позарез нужны были эти деньги. И таким образом мы насобирали уже целых 40 миллионов вир и принялись искать бизнес за такой очень солидный бюджет. И вот нам предложили купить АЗС у байкеров ровно за 40 миллионов. У нас не хватало немного до 40 кака, и поэтому мы немного сбросили, там буквально 120 кака был недобор. Мы отправились в банк, чтобы дать ему 30 миллионов вир, а остальное мы заплатим уже на месте. Также многие просто едут на центральный рынок и покупают у другого аптечки за самую большую цену, которую только можно потратить, и делают это несколько раз. Я точно не помню, сколько там максимум можно поставить за одну аптечку, вы можете написать это в комментариях. После того, как деньги были уже переведены нашему покупателю, мы отправились к бизнесу, и уже пришло время заполучить его в свои объятия. Ну что, сделка проведена, можете нас поздравить в комментариях, бизнес по улучшениям полностью прокачан, это хорошо, но ничего удивительного в принципе в этом нет. Тут почти полный склад бензина, 20 тысяч литров, пока ничего заказывать не буду. Многих интересует вопрос, зачем мне и моему заму вообще этот бизнес. Ну, во-первых, потому что я еще не потерял интерес к игре, и мне по-прежнему интересно играть в самп. Ведь я знаю очень много примеров ютуберов, которые просто снимают и выходят из игры. А вторая причина заключается в том, что наша семья находится уже в топ-9 рейтинга, и ее нужно дальше развивать, купить все улучшения. Мы, к сожалению, пока этого еще не сделали, так как, конечно же, копили на сам бизнес. Также у нас в планах купить тачки еще круче в автопарк семьи. Кстати, кто к нам еще не вступил, обязательно это сделайте. Я оставлю ссылку под видео на нашего зама, и он вас примет. Также приходите на наборы в игре по объявлениям. Еще у нас идет набор в состав на корабль, также обращайтесь по ссылочке внизу. Причина в том, конечно, чтобы верты всегда были, и я мог делать для вас качественный и дорогостоящий контент. А на это иногда уходит очень много игровой валюты. Кстати, у нас и так один из самых дешевых бензинов на сервере по 19 долларов за литр. Так, у нас еще из 4 часов по МСК до 5 проходит акция, и мы продаем бензин уже по 10 долларов. Думаю, многим это пойдет на пользу, так что не забывайте заправляться у нас по скидке и зовите своих друзей, чтобы заправиться дешевле. А если вы состоите в байкерах, то вам добраться до сюда не составит никаких проблем. Дешево, быстро и качественно, как раз то, что вам и нужно. Если что, вот тут на карте находится эта заправка в Делиморе, номер бизнеса 128. Я с радостью буду вас тут ждать. Пришло время рассказать про самое интересное, какая же тут прибыль или же финка. Начнем с того, что топливо нужно заказывать всего раз в 3-4 дня. И это большой плюс лично для меня, ведь я могу в любой момент пропасть, потому что, к примеру, пойду снимать новый выпуск на Барвихе. А сама прибыль примерно тут от 250 тысяч в день, и иногда достигает 300 тысяч. Учитывая экономику второго сервера Сантропа, я
думаю, мы купили вполне хороший бизнес. Ну а на этом моменте видео подходит к концу. Если тебе понравилось, подписывайся на канал и не забудь установить колокольчик. Также напиши в комментариях, что ты думаешь по поводу этого бизнеса. Стоит ли он своих денег или мы зря его взяли. Также не забудь посмотреть суперинтересное видео, где я открыл 100 контейнеров на Сантроп РП. И другие интересные видеоролики на моем канале. Ну а с вами был Рома. Всем огромное спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока!